Друзья, вы на канале Алекс Дэн Про, с вами Про и Валбес. И сегодня мы расскажем и покажем вам о том, как построить портал в Незер. Вау, какой крутяк. А что нам для этого нужно будет? Для этого нам нужно будет 10 обсидиана, 4 любых блоков и огнива. Вообще круть. Ну что ж, давай приступим? Давай. Так, 10 обсидиана, так, огнива понадобится. У меня оно есть, сейчас я тебе сброшу. Спасибо. Ну, в общем, я выбрал блок, это дубовые доски. Как нам его построить? Ставим вот тут вот наш блок. Тут вот мы ставим 2 обсидиана. Тут опять же наш блок. Потом тут 3 блока обсидиана. И дубовые доски. Еще 3 блока обсидиана. То же самое делается и тут. Потом вот тут вот соединяем. Поджигаем это все и получаем достижение. Вау! Заработало уже, да? Да. Вау, так, только ты оставайся пока здесь, переключайся на меч, я первым зайду и посмотрю, что. Как? Хорошо? О, зомбарь. Идет. Вот он. Так, значит, стой здесь, я пошел. Ну, давай, иди. Надо туда войти и подождать там. А, вот так вот. Да, вот тут мы ждем. Оу, все, я перешел на другой мир. А, я еще нет. Ох уж этот портал. А я еще нет. У тебя уже достижение есть. Огненные нету. Ого! Как же тут круто. Что, куда-то пошли? Для этого нам надо найти крепость. О, кварц, кварц, кварц! Давай его добудем. Может, немного. Это иссушители, что ли? Какие это скелеты? Внизу там есть скелеты. О, газ, 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 газ! Фух, там газ был, там газ! Все, я уже тут обстреливаю. Чем опасно, тут опасно. Сейчас я тут... его убью. По крайней мере, постараюсь. О! У меня новое достижение, не дождетесь. Это я убил Гаста с помощью того, как вот так вот от его щитом. Да. Его не надо было убивать. Ну, ты видел, они же на тебя не нападали. Видишь, на меня же они не нападают. Они тебя сейчас убьют. А меня? Меня за что? Меня? Вы чё, совсем уже онемели? Это вообще было как-то нечестно. Так, тут у нас курочки. Зачем ты их ударил? Возвращаемся, забираем вещи, подготавливаемся, и затем мы идём на настоящую охоту, да? Да. И кварц соберем, да? Вот там уже и опыт наш валяется. Ауч. Я упал. Так, вот огниво. Блоки железные. Мясо. Меч. Все, не нападай на них. Видишь, они же мирные.
Ну, нейтральные, точнее. Кирка. Да, золотые. Мы их будем убивать по-другому. Я знаю, как построить ферму мобов. Так, давай тогда сейчас тут оденемся. А у тебя там вся броня остальная. Так, нагрудник алмазный у меня там был. Да, вот алмазный нагрудник. И все, дальше. Все, нет ничего. Так, штаны. Штаники. Да, у тебя нагрудника почему нету? Он, наверное, уже сгорел. Ладно, войдемся. Не бей ты их, они же мирные. Да, кварц. У меня есть железная кирка. Сейчас мы его добудем. Это кварц. Тихо, это же остров. Так что дальше не надо, мы дальше упадем. Ну, не знаю. Например, еще кварц добудем. Да, опасно, тут опасно бегать. И немного этого, да? Камушка. Да, у меня есть алмазный меч. Где ты там? Ну, давай, пока выходим. А, еда, еда. У меня вообще ничего нету из еды. Да, построили портал в Незер. Так. Вот, я тут еще немного всяких вещей. А где вообще этот портал? Ты его видишь? А, все, я вижу. Сейчас кварц еще немного добуду. Опасные приключения. Очень было интересно, как да. Опаснейшие зомби, конечно, были действительно серьезными противниками. Мы были не готовы к такой встрече. Вот. Поэтому в следующий раз, когда мы пойдем туда, мы будем более подготовленными и наваляем по полной программе. Ну что ж, если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока-пока, до встречи. Пиши в комментариях свои пожелания.